Сегодня в Мурме выбирали семьи года 2018. В Комитете по делам молодежи состоялось заседание оргкомитета окружного конкурса. На звание «Семья года» претендуют 24 семьи. Участники оргкомитета выбирали победителей по семи номинациям. Трудовая династия, творческая, молодая, многодетная и спортивная семьи, а также золотая семья России и красота супружества. Сам конкурс проходит в округе уже более 10 лет. Сегодня собрался оргкомитет, в который вошли представители управления образования, спорткомитета, совет народных депутатов, представители общественных организаций. Победителей данных номинаций мы наградим в дни праздников, которые состоятся в округе Муром, на День семьи, любви и верности.